Приезжает еврей в Нью-Йорк, заходит в ресторанчик и направляется к директору. И говорит: «А где здесь Сара?» Он: «Да вон, за барной стоечкой». Подходит он к ней и говорит: «Девушка, какая вы красивая, я вам предлагаю $200. Она про себя думает: «Боже мой, для Нью-Йорка это такие деньги!» Но он страшный, лысый, маленького роста. А что делать? Деньги нужны. И соглашается. На второй день повторяется то же самое. На третий день лежат они с ним в постели. Она: «Боже, откуда вы такой? Приехали к нам, богатый!» Он: «Да я живу в Иерусалиме». Она: «Там моя тетя живет!» Он: «Так вот она и передала вам $600. Всем приветики! Как дела? Как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Хочу пожелать вам, чтобы неделька у вас прошла замечательно. Прям и снова долгожданные выходные. Не стесняйтесь. Присылайте свои самые прикольные и классные анекдоты. Я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Всем пока-пока!